Я наконец-то вышла из старого города Иерусалима. Блуждала, наверное, часа полтора-два. Все выходы перекрыты из-за приезда президента США Трампа. И вот, благодаря прохожим познакомилась с парой. Они меня вывели к Дамасским воротам. И, наконец-то, я как узник, который выбрался на свободу, такое счастье. А то мне казалось, что я застряла здесь до вечера, навечно. Вот он, мой путь к свободе.